О будущем без просвета, говорят жители 20-го дома на Минжинского. По словам людей, старенькая двухэтажка вот-вот отметит свое столетие. По фасаду давным-давно пошли трещины, а внутри нет никаких удобств. Несмотря на многократные обращения к омским властям, жалуются собственники, признавать аварийной многоквартирную избушку никто не собирается. Об этом наш следующий сюжет. Стирка и купание детей для большинства жителей 20-го дома на Минжинского – мучительная рутина. К двухэтажному строению не подведена канализация, а потому почти все удобства – это таз с подогретой водой. Вот так все тут живут, стирают на руках, ходят на улицу в туалет, на колонку, греют воду. Кто на плитках, кто, у кого нет возможности газ купить на плитках, кто-то покупает, у кого есть возможность. Вот греют, а потом платим вот такие вот квитанции. Эта квартира досталась Диане Исукевич от родителей. Мать и отец трудились на кожзаводе, и именно от работы им выделили это жилье. В те времена, вспоминает женщина, ответственная организация за двухэтажкой следила строго. Возможно, поэтому дом и дожил до этих дней. Но в последние годы, говорит Диана, за него никто не отвечает, жилая постройка в полном запустении. Самое страшное – просто лечь спать и утром не проснуться, потому что он, ну, обвалится. Просто обвалится дом, и все. Стена либо рухнет, я не знаю. Просто вот ты ложишься ночью спать, я слышу каждый шаг какой-то на втором этаже. И представьте, вот если упадет потолок на нас, ну это очень страшно, я говорю, очень страшно. Проводки ужасные, мы тоже поменяли, конечно, но все равно. Ну страшно, правда, очень страшно жить. И вот эти трещины даже на домах, там на углу трещина, то есть он боком вывалится, там четверо детей живут, вот в этой комнате. Трещины в стенах, обвалы потолков, вечные протечки. Талая и дождевая воды попадают на электросчетчики. Их приходится заматывать в полиэтилен. А не так давно, говорят жители дома, едва не рухнула лестница в одном из подъездов. Пришлось установить подпорки. Но это, уверены люди, лишь отсрочит неминуемый исход. При этом собственники стараются исправно платить по квитанциям, в том числе и за капремонт. Хотя он жилую постройку вряд ли спасет. 1922 года постройки, получается. Но в 1024 году его начали заселять, начали давать квартиры с кожзавода. Кто там работал, им здесь давали квартиры. Все, вот ему в следующем году уже будет просто 100 лет дома. Ну где такое видно? Ну сколько он лет еще простоит, конечно, не знаю, но все равно, ну здесь жить невозможно. Ездили по всяким инстанциям, также и в департамент жилищной политики, и в Носкировскую администрацию. В администрацию города Омска везде долбили, бились, бились, но наш дом никому не нужен. По словам людей, они не раз пытались добиться расселения, но каждый раз, говорят жильцы старинного дома, у ответственных лиц находятся отговорки. То у собственников не хватает документов, то у администрации лишних средств. Хотя деньги на эти цели могли бы найтись, уверен депутат 5-го и 6-го созывов Омского горсовета Иван Федин. Но наш мегаполис много лет остается городом-донором. Финансы от налоговых поборов пополняют не нашу казну, сетует коммунист, а бюджеты российских столиц. Эти средства надо пустить на ветхое аварийное жилье, на расселение из ветхого аварийного жилья, тогда не будет этой кричащей язвы. 30 домов у нас только в одном старом Кировске, а по городу их больше 100 бесхозяйных домов, которые не имеют ни управляющей компании, потому что у них такой фонд уже изношенный, они никому не нужны. В этой борьбе для долгожданной победы собственникам комнат всегда не хватает финансов. Они пытались нанять юриста, но адвокат запросил слишком большую сумму. В многоквартирной избушке в основном живут семьи с маленькими детьми. Каждая копейка у них на счету. Для всех этих людей старый дом остается тюрьмой. А ведь здание это, вспоминают старожилы, изначально и было спланировано как место содержания заключенных. Срок пребывания в старых камерах для обычных горожан закончится, как только власти обратят внимание на этот ветхий и явно аварийный дом. Виктория Белоусова, Александр Филиппов, Обком ТВ.